здание горит какое-то. Накануне вечером в столице Дагестана в результате взрыва на ЗЭС погибли по меньшей мере 30 человек, 75 пострадали. Ассаламу алейкум, нафтозаправка горит. Здесь вообще как будто война. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.